привет всем нашим дорогим друзьям, живущих в разных концах мира. Привет от меня, Олега Забугорского, и Маша Забугорская сегодня вместе со мной, моя дочка. Мы вышли на океан, мы решили снять небольшое видео, но то видео, которое мы собрались снять, мы снимем завтра. Дело в том, что после вчерашней съемки, достаточно такой масштабной съемки, я в офисе забыл, оставил все свои микрофоны, и поэтому мы снимем такое небольшое пробное видео во время заката. Вот слева от нас сейчас пирс Хантингтон-Бич, и мы видим, как вот-вот скоро начнет садиться в океан солнышко. Это самое такое, знаете, загадочное время заката. И время почти 8 часов вечера. Мы сейчас немножко снимем, покажем вам эту красоту, потому что, ну, это нельзя описать словами, даже если ты находишься на творческом подъеме. Я вот хочу Машеньку спросить. Маш, тебе какое время больше суток нравится, вечер или утро? Конечно же, утро. Почему? Почему утро? Ну, потому что когда спишь, начинается утро. И если у кого-то день рождения, это очень рада. Как ты кратко и хорошо объяснила. То есть ожидание дня рождения после сна утром всегда люди радуются, да? Ты это имела в виду? У меня дети очень любят какие-либо праздники. Особенно недели за 4, за 5 ожидают дня рождения. И каждый день превращается в такую своеобразную пытку. Они спрашивают: папа, папа, мама, сколько дней осталось, сколько часов осталось? И мы практически до дня рождения считаем, сколько тебе сейчас лет? 7. Нет, тебе уже не 7. Если у тебя в январе день рождения, то сегодня уже у нас на дворе заканчивается скоро 7-й месяц. Значит, тебе 7,5 уже можно говорить. Даже уже 7,5, то есть скоро будет 8. А так вот, ну, общепринято, знаешь, ты можешь такая уже, знаешь, такая: а, мне уже почти 8, да, там все дела. Но, в общем, можешь говорить, что 7,5, а в январе мы отпразднуем твои 8-летие. А Павлику мы сколько отметили? Сколько Павлуше? 5. Ты не знаешь. А сколько мне? Вот интересно, ты помнишь, сколько мне лет? Я недавно вам говорил. Я знаю, что это цифры большие. 48? Дай пятеру. Маша красавица. Маша знает, сколько папе лет. Так что завтра снимем очень интересное видео. Хотел поблагодарить еще раз мою съемочную команду, которая вчера с нами работала на яхте. Я публиковал у себя в Фейсбуке и ВКонтакте, Олег Забугорский, фотографии со съемочной площадки, некоторые кусочки видео в Инстаграме. И, вы знаете, настолько был впечатляющий день, не только от того количества присутствующих звезд кино, телевидения, от того, что люди настолько были удовлетворены друг от друга, из разных слоев искусства и бизнеса. Вы знаете, это такой кайф. Вот в конце у каждого спросил: ты получил кайф? Да, получил кайф. Кстати, на обед мы кушали пельмени. Русские пельмени едят и в Лос-Анджелесе, и в Голливуде, и даже на побережье Тихого океана. Маша любит пельмени? Да. Все, мы сейчас немножко поснимаем, и завтра будет замечательное видео, которое я сниму по мотивам статьи Яны Поплавской. Помните «Красную шапочку»? Помните, да? Вот. Поговорим с вами о толерантности. Лучше, чем написала Яна Поплавская, на сегодняшний день я не смогу так сформулировать, поэтому я перепою Янину песню на свой лад.
И, кстати, я благодарен ей за все ее роли, за ее то, что она, за всю ее работу Яны Поплавской. И более того, мы одногодки, мы одного поколения. От души, Яночка, благодарю вас, и будете в Лос-Анджелесе, очень вас ждем на яхте. И обязательно снимем с вами беседу. И поговорим тоже о толерантности. Ты знаешь, что такое толерантность? Нет. Вот завтра узнаешь. С вами был Олег Забугорский и Маша Забугорская. Увидимся, друзья. Пока. Пошли к яхтам. Давай. Пошли. А ты уже видел? Мы идем к яхтам. Зачем я буду фото какие-то? Слушай, я со своей московской звездой, с коей уже не первый день, как говорится, и не пуд соли съеден, да? Вот да. Здесь вот Марина де ла Рей, вот. Ой, какая красота. Ой, слушай. А? Ай, какая постанова. Спасибо тебе, что ты приехал. Спасибо тебе. Спасибо, что ты приехал. Я благодарю все силы, которые нам сегодня помогали, отвидела да. У нас много чего, так скажем, пошло не так, много чего, но в итоге... Зато было вот так красиво! Ты получил удовольствие? Очень. Я получил большое удовольствие. Я тоже. А это главное. Я думаю, что Олег намонтирует и будет... Ой, слушай, я сегодня сказал Олесе, ваши 10% вы сделали на съемочной площадке. Да. Остались мои 90% постпродакшн. Да. 90%. А вот этот человек, который приютил нас, это чудо, чудо, Саша. Талантливый человек, о котором я только сегодня узнал. У меня к вам вопрос. Да, Алекс. Интимного порядка. Кому-нибудь ключ от туалета нужен? Нет, без купюр. Спасибо тебе большое. Спасибо.